головой волнует. Будто выбрасывая руку вперед. Правая. То же самое делаем левой рукой, повернувшись к зрителю. Два. И уже на центр продолжаем. Три, четыре. Повторяем. Пять, шесть, семь, восемь. Дальше с правой ноги делаем шаг, и ногу подставить чуть ближе. Шаг с левой подставить чуть ближе. Дальше некоторые ребята стоят на месте, некоторые переступают. Та-та-та. Да, делаю три шажочка. Та-та-та. И оставляю одну ногу в сторону. Эти движения на данный сопровождаются рукой. То есть, когда мы оставляем правую ногу, пам, справа отходим в сторону, ногу пододвигаем на ногу себе. Та-та. Когда мы делаем шажочки, руки подлетают наверх, в крест, делают следующее движение, да, то есть цветочек такой рисуем, и сбрасываются в сторону, когда у нас раскрывается нога. Счет будет раз, и два, и три, и четыре. На 5-6 мы делаем шаг вперед, рука у нас выстраивается, 5-6 правая. На и, на 6 и, рука сбрасывается либо вниз, либо две руки вместе, как у средственного центра в этот момент. 6 и 7-8 к центру. Мы переносим вес на близстоящую к центру ногу, закрываемся. И на 7, на 8 мы начинаем распрыгиваться. Раз, два. Отпрыгиваем в сторону. То есть если мы стоим с правой стороны, то мы закрываемся влево и отпрыгиваем вправо. Если мы стоим с левой стороны, соответственно, наоборот, закрываемся в эту сторону и отпрыгиваем в левую сторону. Если мы стоим на центре, то после этого движения мы закрываемся и распрыгиваемся вперед. Прыжок у нас идет еще раз, два. Давайте еще раз в середине первый кусочек. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Раз, два. Распрыгнулись. Дальше на счет три. Мы переносим вес на правую ногу, вам левая согнута, и у нас чуть-чуть бедро выходит в правую сторону. Пам. И мы делаем 3, 4, 5 и 6. Еще раз. 3, 4, 5 и 6. В это время рука правая, левая заходит за спину, там фиксируется. Правая работает под запястье. 3, в сторону, перед собой внизу 3. Дальше ломаем запястье в обратную сторону, поднимаем чуть выше. 4. И ведем наверх. 5 и 6. И на 6 запястье должно быть в самой высокой точке. То есть мы постепенно эти движения поднимаем наверх. 3, 4, 5 и 6. 6 и мы все еще стоим. 7 и 8 и. Следующие движения. Сначала ноги. Шагаем на правую 7 и отставляем ногу. На 8 и все еще стоим на этом же месте. То есть у нас было 3, 4, 5 и 6, 7 и 8 и. Руки. Вы в этом положении. На 7 собираем перед грудью 7. На и раскрываем сюда и. На 8 рука идет вниз, это идет к подбородку. И на и поворачиваем голову. То есть было 6, 7 и 8 и. С ногами 6, 7 и 8 и. Когда мы делаем и начинаем поворачивать голову, ноги все еще смотрят в это же положение, то есть вправо. Дальше следующее движение мы одним движением переносим вес корпуса на левую ножку, разворачиваемся, переносим на нее вес.
делаем некоторые изменения учеников, ладони не двигаются, они просто раскрываются, руки спокойно опускаются вниз. То есть 6 будет здесь, 7 чуть ниже, 7. На И8 у нас левая рука идет к правому плечу, правая параллельно. 7 и 8. Это И. И на 8 мы разворачиваемся. Поднимаем правую ногу, согнутую в колени. На нее уходит правая рука, левая рука уводится назад. 8. Соберем еще раз весь этот кусочек. Распрыгнулись. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 7 и 8 и. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше. На правую ногу мы бежим вперед. 1. На левую бежим. 2. На правую бежим. 3 и 4. С нога у нас немножко вылетает вперед, и мы ставим ее, подставляем к себе. 1, 2, 3 и 4. Руки, когда мы бежим на правую ногу, с левой поднимается над собой, и корпус чуть-чуть заводится, немножко опускаем плечо, чтобы корпус немножко вбок наклонился. 1, бежим, 2, бежим, 3. На И, когда нога выходит вперед, мы наклоняемся, руки у нас собираются в крестик, и когда мы топаем ногу, подставляем, они раскрываются в сторону. И 4. На 5. Руки будут собраны в кулаках, бить назад за себя, корпус за корпус. С ногами происходит следующее. Мы падаем на левую ножку и выбиваем правую к себе. Дальше мы ставим правую, выбиваем левую. Она протягивается к себе и делает пинок обратно. То есть так-так. И когда мы ее выпнули, она уходит назад, наклоняет на корпус вперед. Еще разок. То есть ноги. 1, 2, 3, 4. Руки убились назад, остаются там. Давайте начнем сначала. 1, 2, 3 и 4, 5, 6 и 7. И мы опускаем левую руку чуть ниже, правую заготавливаем, чтобы на 8 развернуться. То есть левая рука снизу у нас пойдет на грудь, а правую руку мы будем выбрасывать вперед. И вес, соответственно, у нас останется на правой ножке, корпус останется заведен на нее в груди. Это на шаг 8. На 1. Выводим грудную клетку вперед. Сильно не наклоняйтесь, не гонитесь. Здесь грудная клетка больше будет закрыта. 1. На 2. Голова запрокидывается назад. 2. На 3. Правая рука бьет диагональ. 3. На 4. Левая вниз. 4. На 5. 6. Начинаем подтягивать ножку к себе, и рука идет раскрытая. 5, 6, 7. Мы подставляем ногу и собираем руку в кулак перед собой. Есть еще вторая акция у ребят. Она выглядит практически так же, как первая. Отличие в чем? На 8 мы здесь развернулись, на 8. И на счет 1 этой рукой мы себя заводим. 1, вниз, 2, 3, 4. Да, и получается совпадает с первой партией этим движением. И дальше также 5, 6, 7, 8. Собираем всю связочку под счет. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3 и 4, 5, 6 и 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соберем под скорость 80%. Thank you.
Don't let